Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть немножечко в Rocket League. Вот, продолжаем немножечко играть, немножечко получать удовольствие, а возможно и не удовольствие, но мы с тобой стараемся получать именно немножечко удовольствия. Вот. Играем в обычные, в обычные катки, 3 на 3, вот. 3 на 3, поиск матча, ага, сопоставляя игроков всех уровней. Ага. Понятно. Я, кстати говоря, задавался вопросом, может они тут подправили. Ну, последние серии мои, если ты смотрел по Rocket League, то там такие удачные у меня катки были, такие нормальные, сбалансированные, такие нормальные, хорошие. Прям такая битва идет, битва. Вот, возможно, рейтинг как-то в игре подправили, и теперь игроки нормально по рейтингу распределяются. Вот. Что у нас там это есть? Пока тут идет поиск. Использовать фразу быстрого чата ясно в сетевых матчах 3 раза. Ясно надо 3 раза сказать. А как ясно сказать? Давай скажем ясно. Нет. На 4 нет. А как? А как сказать ясно? Непонятно. Надо 3 раза сказать ясно, а как говорить ясно, непонятно. А как говорить ясно, непонятно. Кто-нибудь знает, как говорить ясно? Ой, чувака, раз это. Молодец. 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 Чувак сам взял и сделал то, что ему не нужно делать. Он взял, остановил мяч, он взорвал, и зачем-то он взял и остановил. Для чего, непонятно. Ну, вот так вот делают игроки. Игроки быстро, слушай, все скипают. Все скипают. Понятно, меня подбили. Бывает. Бывает и такое. Так, поехали туда. Сюда. Туда-сюда. Возьмем мячик. Угу. Не получилось. Ага. Хотел туда отбить чувачок, но у него тоже ничего не получилось. Блин, запутались в колесах. Ай-яй-яй. Ага. Хорош. Давай. Так, поехали за ускорешкой. Поехали за ускорешкой, потому что здесь без нее, видимо, никак. Блин, нельзя к нашим воротам. Надо подальше. Надо подальше от наших ворот. Хорош. Ах, промахнулся. Наших уничтожают что-то. Наших пинает. Ага. И, блин, красава, сейчас бы сам себе это... Сам бы себе сейчас забил. Чувак бы сам себе забил. Они любят сами себя забивать. Да. Да-да-да. Ну ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Все нормально, все нормально, все нормально. Играем ради удовольствия. Так, а что у нас, кто вообще это? Какие-то звезды есть? Мастер есть. Ага. Понятно. В общем, победителей каких-либо турниров нет. Видим, победители турниров играют теперь с победителями турниров. Спасибо, что забрал. Ну вот, теперь победители турниров играют с победителями турниров. Бог, отбейте! Да блин, какая машина стала... Кстати говоря, я знаю, что еще заметил? Машинки стали... Очень прыгучие. Очень прыгучие. Вот, не знаю, может тоже какую-то физику подправили. Я не знаю, опять же, за обновлением я игры не слежу.
Молодец, сам себе забил. Опять чувак забил сам себе. Хотя он бы и так бы забил, но он мог бы обогнать, попробовать перекрыть. Но чувак не захотел перекрывать. Он захотел именно так, ладно. Быстрей, быстрей, быстрей. Ага. Эх. Не получилось. Тихо. Ага. Хорошо. Ага. Зря он, кстати говоря, отбил в бок. Зря он отбил в бок, потому что его бы чувак мог попробовать пробить. Нет, не получилось. Блин. Что такое? Это что происходит-то? Так. Блин, ну, обидно, обидно, обидно. Эх. Эх, не получается. Не получается. Охота, ребят, охота еще один гол взять, как бы, чтобы... Чтобы было проще, знаете, чтобы, как говорится, булки расслабить. Вот, ну, в принципе, соперники молодцы, молодцы, и мы молодцы, как бы все молодцы. Так, 30 секунд. Блин, промазал. Промазал, ребята. А мог быть гол. Прям все так хорошо шло. Нет! Все нормально. Все нормально. Мы засейвились. Все. Да. Мы засейвились. Все. Хорошо. Нормальный бой. Нормально. Вот, выкобениваться не будем. Стоим смирно. Вот. Выход, да, в меню. Вот, еще одну карточку. Давай еще одну карточку. Давай еще Исаак Ап. Слушать на Spotify. Сейчас играет Исаак. Я просто в той серии, по-моему, или в позатой серии играл с Исааком. Вот, как бы. И тут какая-то песня Исаака. Непонятно. Возможно, это один и тот же человек, может, он и песню написал, и в игру играет. Вот, не знаю. Может так, может нет. Хотя навряд ли. Хотя навряд ли, но... Арены. Время осталось. Поставьте понравилось или не понравилось арену, чтобы поставить... шансы можно, да? То есть можно выбирать арену, ту, которая понравилась, и та, которая не понравилась. Кстати говоря, состав плейлиста хорошо вот написан в правом верхнем углу, хорошо. Раньше состав плейлиста, это имеется в виду онлайн. Онлайн именно, сколько человек в онлайне. Раньше там показывалось по 500 000, потом они зачем-то цифры поменяли на хорошо. Вот, не знаю зачем. Вот, то есть онлайн в игре большой. Ну даже можно это понять по тому, как... Потому как быстро находят игроков. Ну тут вообще в пустые ворота как. Было бы это как его. Блин, нифига у них там с пингом какие-то проблемы. Чуваки не загрузились что ли еще? А зачем в бок-то, блин? Они не загрузились что ли? Да, у них проблемы. Смотри-ка, у них пинг и... У них проблемы. Чувак не загрузился у них. У него пинг 400 было. У них был пинг 400, да. У них чувак один не загрузился. И Шокин тоже что-то... Так, два искусственных интеллекта. А Шокин, что он там? А он тоже стоит. Они играть-то будут? Ну, бот хоть играет, ладно. Давайте с ботами поиграем.
Давайте хоть с ботами поиграем. Да, Шокин этот. Хотя я, наверное, не так вычитаю ник, но... Что-то я как-то расслабился. О, чуваки присоединились. А Шокин стоит. Забей. Красава. Красава. Шокин покидает матч. Тоже покинул матч. Что-то они все ливнули. Вся команда у них ливнула. Они просто увидели, что Димка зашел. О, волгенплей. Все понятно. Это слив, значит. Мы выходим. Мы выходим, и они вышли. Красава. Голевая подача. Ейс. Вот сейчас эти поливают, тоже будут выходить. Да, у них один уже ливнул. А, нет, подожди, у них ливнул этот, понятно. В общем, ладно, короче, ладно. В общем, у них явно какие-то проблемы. Что-то у них в команде не то. Что-то у них не ладится. Хорош. И прям гол. Не. А вот это сейчас может быть гол в наши ворота. Пошел нахрен. У нас борьба. Тихо. Опа, я чуваку помешал. Ага. Хорошо. Отбили, отбили, отбили. Нормально. Я тут даже не паниковал, ребят. Все. Все было. Да что ты делаешь? Свой же запинал, прикиньте. Подай мяч. Не. Так. Назад. Тихо, подождите. Все хорошо. Все под контролем. Все. Все под контролем, все хорошо. Так, а что у нас там? У них один искусственный интеллект, да? Ага, я понял. Искусственный интеллект здесь жесткий. Удар по воротам и гол. А, вот. С таким скиллом мне, по ходу дела, надо идти в рейтинге. Играть в рейтинговые матчи, но нет. Я не пойду, ребят, я буду здесь. Потому что я когда зайду в рейтинговый матч, меня там унижать будут. А я не хочу. Но это повезло. Ладно, ладно, ладно. Это просто повезло, он отскочил. Это искусственный интеллект нам забил. Ну да, это просто, ну, повезло. Он так отскочил. Да. Тут рандом такой, знаешь, один на миллион. Стингеру, это у них бот. Стингер у них бот. Молодец. Ну вот, ну что-то как-то это, легко, да, ребят, чересчур. Чересчур легко. Потому что, да. Я помню, у меня были такие игры, когда я забивал, когда был счет 10-0. Да, представляете, такие были. Такие были. Да господи, кто меня там подрезал? Давай его туда. Тихо. Ах ты говнюк, вывел. Давайте, мужики! Ах! Виноват. Ладно, ничего страшного. Для голосования нажмите. Чего? Чего голосование на поражение? Че, сдурел, что кто там голосование на поражение голосует? Ты че? Че на поражение? Вы че, охренели, что ли? Это кто, у кого там совесть? Это кто там у нас голосование на поражение? А, у нас покинул матч, чувак. Он фейз... кинул. У нас чувак фейс, вот там в чате написано. Он ливнул, короче, из капки почему-то, непонятно. Видимо, мама кушать позвала. И он перед этим нажал, типа, давайте ливнем. Прикинь.
Охренеть, вообще наглость у человека. Его мама кушать позвала, он не смог выдержать 5 минут. 5 минут ведь это долго? Это много или мало? 5 минут, 5 минут. Кстати говоря, вот эта игра, она идеальна в плане времени. То есть матч, то есть по 5 минут. То есть по 5 минут это как раз тот матч, когда не смог. Это то время, когда... Ну, то есть время такое, когда хватает этого времени, чтобы получить от игры удовольствие. Вот. То есть не 25 минут, не 40, не час. Представляешь, были бы здесь матчи минут 15. GG. Да. Они сдались, короче. Ну ладно. Да. GG. Ну чё, все. Я думаю, на этом все. Две карточки нормально отыграли. Вот такие вот, ребята, поигрушечки, поигрушечки. Забрать 15-тевых матчей мы выиграли с тобой. Давай. Чё, редкий контейнер. Ну. Как нам его забрать? Открыть сейчас. Открыть. Да. Укомплектован. Укомплектовано. Далее чипу в Steam. Ой, в этом Steam. Колеса. Ну, я не знаю. Не, ну они подходят, в принципе, так к этой тачке. Окей. Но мне что-то как нет. Ну, мне что-то как нет. А когда нам еще добить 50 выбитых мячей в сетевых матчах и выполнить 50 голевых подач? Ага. Мне эти как-то... Они к вишенкам подходят. Понимаете, вот эти вот колеса, которые у меня есть, они подходят больше к вишенкам. Вот. Которые у меня в шоке просто у меня сидят. Вот. Так что вот так. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.